Всем привет, всем Мелит Малинкин. Боже, ветер. Сегодня 9 мая, день победы, парад. Сейчас мы встречаемся с Дашей на дворце спорта. Установка такая. Вот. Потом пойдем на площадь. Вообще парад начинается в 10. Времени уже минут 15-11. На площади я сегодня чувствую, встречу очень много людей. Ой. Ладно. Дружишь, Леня. Здравствуйте, Дашу. Даша, не вижу тебя. Блин, мы договорились встретиться в 10. Время же 10:18. И курить вредно. Вот. А так-то жду Дашу, да. А она еще только выезжает. Еще минут так. Сколько? 15. Я еще тут просижу. Вот. Установка дворец спорта. Тут уже в такси уже сажешься. И не реклама. Поэтому какой? Покурить вредно. Пошли. Вот. Вот чем занимаются извращенцы. Ветераны, которые воспитали много учеников. Трамвайчик ждем. На площадь едем. Приглашаете нашим партнерам. Это телеоператор Добро. Ты бы смог поймать его. Мишаня так хочется. Да. Поролась я что-то. По колокольке. Отступил назад и шел уверенно вперед к победе. Как это мы хорошо увидели. Ваши аплодисменты этим настоящим девайсом.